Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Оп, сразу же мне цветочек достался. Так, ну что, собираем наши награды. Так, железо забрали. Так, сарделька, что у тебя тут выпадет? Ага. Так, запомнил, светлая руна находится на... 4 руны, короче. Да. 4 руны, это буквально его отправить. Сокращает время приключения. Я бы взял бы, ребята, честно говоря, если бы у меня были бы руны. Я бы взял бы. Но их нету. Так, Барсик. Барсик добывает нам 8 рун. Ну, тут вариант. Либо руны, либо янтарь. Да ладно, дали заколку. Хорошо. Так, Барсик. Приключения. Нам бы вот Барсика, друзья, тоже прокачать бы до 90 уровня. Не хватает железа. Ой, древесины, блин, какое железо. Так, в лес. Так, полетел. А ты, Грамгильда, отправить Грамгильду. Но я думаю, древесину-то, в принципе, как бы несложно здесь добыть нам. 119. Так, 112 миллионов он требует. Так, пускай пока постоит. Этот пускай тоже пока постоит. Сейчас посмотрим, сколько нам, ребят, ресурсов здесь выпадет. И этого бы, конечно, штормореза как-то прокачать хотелось бы. Ну и весночеса, естественно, но ты видишь, сколько нужно для него железа. Но я все-таки, ребят, прокачаю его. В ближайшее время я его прокачаю. Потому что, ну, во-первых, он будет нам и железо больше добывать. Ну и станет 124 уровнем, а это нам необходимо. Мы взялись за это дело плотненько, так что... Вот этот парень меня напрягает. Он уже сколько, ребята? Да ну нафиг. Уже третий раз где-то вот рядышком остановится. Ну иди. Я все надеюсь, что он апнется, а он не хочет. Так, этого за рыбой отправляем. Дай-ка я немножко камеру подниму. Вот так вот. Так, что у нас еще? Этот рыбой. Этот тоже занимается рыбой. Этот занимается деревом. Так, стоп, подожди. Это мелкие. Дрожжезуб. Так, я их пока трогать не буду. Пускай стоят они пока на месте. Так. Лети. Так, ну у нас дерево дофига, да? Получается. Дерево дофига. Ну как дофига? Относительно дофига. Мы его сейчас, ребят, быстренько сбагрим, это дерево. Так, этого парня мы с тобой отправляем за железом. 119 уровень. 120, ребят. 120. Еще 4 уровня и будет все нормально. Даже не 4, а 3 уровня. Потому что на 124 он останавливается. Ну и прекрасно. 154 миллиона еще в плюс. Так, мы его отправим пока. Этот за рыбу, да, работает? 450 миллионов нужно, чтобы еще отправить одного за железом. А пока, к сожалению, у меня не хватает. 4, и тут 450. Но если выбор этого или того, конечно, я отправлю этого, потому что он 187, ребята. И, кстати,
И, кстати, его-то тоже мы можем прокачать, но нам нужно 3800. Блин, дофига железа надо, поэтому он у нас пойдет в приоритет. Так, сегодня у нас должно быть событие, насколько я помню, уже быть доступным. Ой. Один день происшествия поиск... Почему один день-то? Оно короткое у нас? А, нифига, оно не короткое. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Подожди, я что, столько времени продинамил? Сколько оно будет длиться? Один день, пять часов. Фига себе, ребята. А как так получилось? Мы же с тобой заходили, когда в последний раз? Два дня назад, да? Или как, сколько? Там еще оставалось, по-моему, сутки. Вру, ребят, там не сутки-то оставалось. Там оставалось пару часов до открытия. Плюс два дня в минус у нас пошло. Ну да, я сам виноват, короче, лопухнулся там. Да хорош ты, парень, уже достал. Че, первый и второй-то одинаковые, что ли, абсолютно? Ну, то это покрепче, конечно, будет немножко. Чуть-чуть будет покрепче. По хпшкам сразу, ребят, можно определить. Ну и по тому, как он разбирается. Запарил уже бить моего кривоклыка. Что это за атака? И он все равно его бомбит. Ну, рыбу забрали. Мало, мало рыбы, конечно, дают. И плюс 500 тусклого янтаря. И опять же, ребята, 4 энергии дают. Не 5, а 4. И одна энергия накапливаться будет через там 3 часа или 5 часов. Короче, я даже не знаю, ребят, что делать. 100% мы не успеем допройти это событие, судя по всему. Но сколько смогу. Но главное топ, следующее событие не пропустить нам. Надо будет в полной мере его, ребята, пройти. Опачки, кто у нас тут? Громель. Почему они делают вторую волну именно такую, ребята, плотную? Событие называется «Поиск припасов». Давай так, хернемся, наверное. И укусим. Мне нравится, как он выглядит. Такой радужный, миленький. На самом деле, нифига не миленький, да? Да ладно, плод мудрости дали. Ну, спасибо. Спасибо большое. Это очень приятно. Раньше мы с тобой добирались вот до сюда, до тусклого янтаря. Сейчас, из-за того, что нам дают всего 4 энергии, так не получится. Такой фокус у нас не прокатывает. Добиваем. Так, это тут два дыма дышащих получается, да? Ну, начну вот с этого. Нам его будет проще, да, разобрать. Ну, понятно. С пониженной броней. Я думал, он будет атаковать. Нет. Не стал. Ну, в принципе, две атаки, ему кранты. Выпадает древесина, но, опять же, ребята, очень мало ее выпало нам. И забираем с тобой загадочный пак. Ну вот, вот, смотри, мы с тобой только до сюда. Раньше мы доходили вот до сюда. То есть, одну энергию они просто, ребят, зажали. И только не говори мне, что не успело накопиться. Все, ребята, успело там накопиться. Так, смотри, какой ярый. Он что-то похож на кривоклыка, но выглядит зловеще, конечно. И три волны. Опа-на. Так, ну тут... Давай, наверное, вот с этого. Слушай, а вдруг это шепот смерти? Просто в другой окраске. Ну-ка нафиг.
Он просто на него очень сильно похож. Рисковать не будем. Может быть, это, конечно, и сородич был, но я, ребят, чтобы не рисковать лишний раз. Тем более, три волны. Опа-на, нормально. Нормально он сделал. Так, вот это тоже непонятно. То ли древоруб, то ли... То ли этот, как его, прихвостень. Парящий прихвостень есть такой. Какой-то... А, ну он же, блин, он же бронявый. Смотри, что сделал. Запретку повесил. Запретку, гад, повесил. Я даже не хильнуть ничего не могу. А стоит? Нет, наверное, не будем, ребята, слепоту вешать. Ну зачем? Вот и все. И опять выпадает рыба, и опять в малом количестве. У меня 400 рун. Не, я могу, ребят, конечно, потратить руны, но ради блестящего янтаря оно того не стоит. Ну, понимаешь, блестящий янтарь. Три штуки. Ну, это что такое? Это фигня полная. Я обожаю, когда все дается, ребят, за ресурсы, а не за руны. Вот это круто. Так, ну что же. Через 7 часов 33 минуты только вернется у меня Барсик. Мы сейчас получим еще с тобой награду. Посмотрим, что нам там достанется. Погоди-ка, а где награда-то? Ага, там она не отметилась почему-то. Бабочки. Итого у нас 2720. Забираем с тобой загадочный пак. Шепот смерти, древоруб, крылатый ужас. Так, и вот здесь у нас еще один загадочный пак. Шторморез, древоруб, громобой. Хорошо. Так, древесины сколько у нас? 501 миллион. Подожди, тут еще успели заработать. 501 миллион. Так, и здесь тоже, ребята, забираем пак. Древоруб, шторморез, пристиголов, прихвостень. Ну и можно, в принципе, сделать. Так а что ты тут можешь? Что? Так, вот это заберем. Давай, наверное, расчистим тогда. Два дня. Два дня будет разбирать эти завалы. Ну. Так, я даже не знаю, ребят. Ну, придется его отправлять за древесиной, раз уж у нас нет. Мы потратили с тобой. Хотя... Надо было, конечно, не тупить. Бронекрыл. Так, я выставил, ребят, как вы просили, дракона. Сейчас, подожди, я уже не помню, как его звать. А, смерть какая-то, смерть. Вот, песня смерти. Мне сказали, что он будет офигенно приносить железо. Если его прокачать, там, 1000 с лишним. Поверил на слово, выставил, будем его немножко прокачивать, смотреть, правда это или нет. Бремя гнильца. Опа, 104 уровень. Но он пока мало, ребята, железа нам приносит. Пока 40-ку. Ну, что-то мне подсказывает, что это у нас премиальный. А можно как-то, ребята, полностью, да, вот смотри. Сколько он... Так, дальность, фигальность. Вот. На максимальном уровне 596. Но максимальный уровень это какой? Я фиг его знает. Какой тут вообще максимальный уровень у драконов? Я, честно говоря, без понятия. Но я думаю, наверное, где-то уровень 50 точно будет.
Так, значит, что у нас, друзья мои, получается? Это событие я трогать, наверное, уже не буду. Сконцентрируемся вот на этом. Угроза бух и бах. Что-то знакомо, по-моему, недавно ребята играли. И у нас есть продолжение квеста. Этот кипятильник очень хорошо обучен. Возможно, Драго лучше дважды подумать, прежде чем нападать на олух. Так, вот мы кипятильника до 48 уровня прокачали и нашли рыбу. Как успехи, Эрит? Удалось узнать что-нибудь полезное? Да, думаю, в будущем мне эти знания могут пригодиться. Думаешь, этот Громель готов к серьезному испытанию, Сарделька? Гронк? Обожаю обучать Громелей. Так, повысить уровень Громеля. Так, здесь тоже мы... А, подожди. Этого Громеля... Именно его? Или можно любого? Поручите Громелю добывать 1,5 миллиона. Просто этот замучится 1,5 миллиона, ребят. У нас есть более прокачанный Громель. Вот. С этим парнем будет, наверное, поинтереснее. Наверное. Надеюсь, это нам учтется. Мы с тобой посмотрим в следующий раз. Зайдем и посмотрим, засчиталось или нет. Ну и вроде бы пока, друзья мои, все. Я больше тут... Пока что больше ничего здесь сделать не смогу. Так ведь? Всех отправил, всех отправил на работу. Не всех, оказывается. Ну и все, больше у нас нету. Больше у нас нету мест для ловли или для вырубки леса. Но, по-моему, друзья, я лопухнулся. Нету здесь у нас территории, где бы можно было рыбачить или лесопилка. Вот здесь, да, здесь есть. Надо было вот эту территорию брать. Ну, лопухнулся, что я могу сказать, ребят. Две радуги. А, нет, двойная радуга. Двойная радуга. Да, все, друзья мои. На сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.